Российский радиоуниверситет Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Это Российский радиоуниверситет в студии Дмитрий Кананыхин. Мы сегодня будем говорить о тайной дипломатии. Мы будем говорить сегодня о разведке. Мы будем сегодня говорить о великолепном 19 веке, о начале 19 века, о котором почему-то говорят мало. И мы будем говорить о закулисье дипломатии, о игре великих держав, которые потом привели к столкновениям супердержав и в Крымской войне, и определили всю последующее развитие Европы и остального мира, возможно, даже колоний. То, что называется в историографии, все знают, как большая игра. Мы будем сегодня говорить о супердипломатии, о суперразведке. И в средствах массовой информации мы привыкли в культуре о таких личностях, вспоминать как Александра Калантай или о супершпионке Мата Хари или некоторые даже сейчас говорят о супершпионке Сталина государственной актрисе третьего рейха Ольге Чеховой но мы сегодня будем говорить о женщине Чья история, чья судьба непсопоставима, просто круче, фантастичнее, невероятнее. Я думаю, об этом всем нам поможет рассказать наш гость, доктор исторических наук, профессор Ранхикс и МПГУ, ведущий научный сотрудник Государственного академического университета гуманитарных наук Российской академии наук Наталья Петровна Танчина Здравствуйте, Наталья Петровна. Здравствуйте, Дмитрий. Наталья Петровна, когда я говорю о супер женщинах, о супершпионках, супердипломатах, дипломатках 19 века, 20 века. Мы все привыкли, что эмансипация женщин, она вот такая свобода женщин, это где-то ближе к концу 19 века, 20 века. Но начало 19 века, конец 18 века. Что это за эпоха вообще? Что это было в то время? Расскажите, пожалуйста. Ну, мы с вами на самом деле будем говорить об очень яркой, удивительной и необычной женщине. Да. Причем женщине, история которой была связана, история жизни, связана с историей России и с важнейшими событиями российской истории. При этом она в России практически не жила, потому что всю свою сознательную жизнь, вот с 15 16-летнего возраста, она была вовлечена в придворные интриги, в политику, в дипломатию. Более того, вот все мы знаем дневник Анны Тютчевой при дворе двух императоров, а это дочь знаменитого писателя, поэта и дипломата Федора Тютчева. А вот она, наша с вами героиня, была при дворе трех императоров. Это Павел I, это Александр I и это Николай I. При этом это люди абсолютно разные, хотя папа и сыновья, но все они нуждались. Вот в этой даме, вот в этой женщине, которую многие боялись, многие ненавидели, многие презирали. В России, например, ее воспринимали не иначе, как шпионку, как предательницу, которая сбежала из страны, которая предала российские интересы и которая, что самое важное, виновата в Крымской войне. Потому что мы до этого еще, я думаю, дойдем, но вот ей вменяли именно вину то, что Россия оказалась вовлечена в Крымскую войну. При этом вот вся ее жизнь была связана с важнейшими событиями, вот, о которых вы сказали, ну, точнее, вы сказали, что действительно XIX век, первая половина XIX века, это же важнейшее время в истории международных отношений, это время войн, сначала революционные Франции, потом наполеоновские войны, в которые оказалась вовлечена вся Европа, то есть, по сути, такая Первая мировая война, Америки тогда еще как такого мощного государства не было ее в расчет не брали потом это блестящая эпоха венской системы которая начнется с блестящего танцующего венского конгресса почему танцующий потому что все вопросы обсуждались в ходе каких-то светских раутов балов кстати вальс как танец Появится именно тогда, и опять-таки именно наша героиня ведет моду на вальс в Англии, где он первое время будет считаться танцем таким очень фривольным, непристойным, и тот же Байрон напишет произведений против э, вальса, хотя в то же время Барин будет говорить, что вальс заставляет, как единственный танец, заставляет девушек думать, потому что такт э, приходится считать. Потом это опять-таки венская система сама по себе очень сложнейший период, где было много чего намешано. Польский вопрос извечный и постоянно являющийся камнем преткновения. Опять-таки в это время это восточный вопрос, который опять-таки не сходит с повестки дня вот все эти годы. И наша героиня она будет не. Просто свидетелем вот этих событий, она будет их непосредственной участницей. Наталья Петровна, я правильно понимаю, когда мы говорим об извечном польском вопросе или когда мы говорим о восточном вопросе, то есть мы фактически видим такие узлы международной дипломатии или всей мировой истории, которые в конце концов потом грянут в войны, которые потом выльются в ту большую игру, в которую окажутся втянуты опять вся Европа, вся мировая политика? Россия и Британия войдут в столкновение в той самой большой игре, которая продолжается до сих пор. Они говорят даже современные политологи, историки. Да, Господи, сейчас у нас современные британские политики, людей, которые из России, приехавшие в Лондон, те, которые сейчас называются русский Лондон, их сейчас объявляют, точно так же их объявляют интриганами, предателями. И они говорят, что эти люди будут работать на Россию. Хоть же это на те события или над те характеристиками, которыми угу. та пресса, британская пресса 200-летней давности, характеризовала нашу героиню. Ну, конечно, все очень похоже. И здесь как раз все течет, но ничего не меняется, потому что тот же восточный вопрос, который, как мы знаем, был юридически ликвидирован после Первой мировой войны, вот в ходе работы конференции в Версале, но проблема-то никуда не ушла, и все эти вопросы, неразрешенные тогда, или, казалось бы, юридически разрешенные, они перешли в наше время. Вот, допустим, ну, лет 10 назад у меня была такая статья, которая называется... Сирия или война. Сирийский вопрос во внешней политике Франции. Это я писал не о сегодняшней дипломатии, это о событиях 1840 года. Там то же самое, чуть не вспыхнула европейская война именно из-за вопроса, связанного со статусом и принадлежностью Сирии. То есть смотрите, сколько времени прошло? 170 лет. Да, абсолютно все то же самое. Опять-таки сама венская система, она сейчас вызывает очень серьезный интерес среди исследователей, историков и международников. Почему? Потому что современные историки и специалисты по истории международных отношений, они как раз говорят, что формирующаяся система международных отношений сейчас, как система многополярная, многополюсная, многовекторная, она очень напоминает ту систему международных отношений, которая сформировалась после окончания Наполеоновских войн в 1815 году. Другое дело, что тогда, ведь начиная уже с, вот, с рубежа 18-19 веков, Россия, она очень укрепила свои позиции и вся, наверное, первая половина XIX века, она прошла под знаком доминирования России. Отсюда и такой страх, отсюда и неприязнь, отсюда и все вот эти вот вещи, связанные с русскими гуннами, атилы, которые готовы заполонить всю Европу. Это русофобия, по сути дела, тогда она расцвела из-за страха Европы перед укреплением России. Ну, именно так она проявится, особенно как раз вот после окончания наполеоновских войн, когда общая опасность будет ликвидирована в лице наполеоновской Франции, и противоречия между вроде бы равными игрока, игроками Пентархии, а Пентархия – это пятерка лидеров, вот эти самые великие державы, они проявятся. И, кстати, про шпионов тогда, вот в XIX веке, русских, которые проживали и в Англии, и особенно во Франции, их считали то же самое шпионами русского царя. Всех дам русских, которые были хозяйками салонов в Париже, например, времен Луи Филиппа, это уже после 1830 года, их всех однозначно записывали в шпионки. Российский радиоуниверситет передает привет нашим соотечественникам во Франции, нашим соотечественникам в Вене, в Англии. Ребята, все продолжается, большая игра продолжается. Итак, Наталья Петровна, мы говорим все-таки о исторических обстоятельствах, мы говорим о нашей героине. Давайте уже пора, по-моему, кто она, откуда она взялась? То эта супер-женщина, которая вершила судьбы, я так понимаю, всей Европы. Она была связана со всеми королями, императорами. Да. Ну, не то, что она вершила судьбы всей Европы. Она участвовала. Они... На самом деле, да. И она, на самом деле, как вы верно сказали, была связана с королями. Допустим, с английским королем Георгом IV, который однажды ей вообще признался, что он был в нее всю свою жизнь влюблен, провел ее в свою опочивальню, и она увидела над его кроватью эскиз набросок ее портрета, который принадлежал Перу Томаса Лоуренса. Это знаменитый британский художник, который писал всю тогдашнюю европейскую элиту. У нее был многолетний роман с кучером, как тогда говорили европейской дипломатии, князем австрийским Клеменсом фон Меттернихом. А это был человек, действительно, который направлял внешнюю политику не только Австрии, австрийской империи, но всей Европы. Поэтому и кучер дипломатии. Это дама, у которой был многолетний многолетний роман с ведущим французским политиком Франсуа Гизо. А он на протяжении многих лет был не просто ведущим политиком, но, по сути, главой кабинета. И более того, вот возвращаясь к интригам, когда она уже будет в Париже, и будут говорить о том, что во Франции два министра иностранных дел, Франсуа Гизо и вот наша с вами, с вами героиня. Кто а... она? Кто уже? Я уже не могу вытерпеть. Кто? Она родная сестра Александра Христофоровича Бенкендорфа. Бенкендорфа. Да, вот того самого Бенкендорфа, за которым укрепил. Душителя закрепил... свободы. Да, вот да, это? да, да, жесткого человека, притеснителя. Александра Сергеевича Пушкина, человека очень рассеянного. О нем говорили, что он настолько был рассеян, что на визитке было написано, понятно, его собственное имя, но для того, чтобы он мог посмотреть и вспомнить, как же его зовут. Вот наша героиня – это родная сестра шефа жандармов, человека, который входил в ближайший круг окружения императора Николая I, Николая Павловича, Александра Христофоровича Бенкендорфа, супруга, любимца императора Петра, Павла I, военного министра Павла I. Ну, в общем, звали ее Дарья Христофоровна или Дратея Христофоровна, потому что она родом из Прибалтики, из прибалтийских немцев. Она лютеранка. Дарья Христофоровна Бенкендорф. Один вопрос. В девичестве. Наталья Петровна. А мы с вами будем уже говорить, простите, о Дарье Христофоровне Ливин. Об этом сейчас скажу один вопрос. Немка, лютеранка, но полвека она работает и содействует продвижению российских интересов. Как это возможно? Как? Сейчас, может быть, я скажу такую одну фразу, которую можно считать девизом всей ее жизни. Фраза из письма ее к знаменитому английскому политику, а он на самом деле знаменит, это автор великой, как ее называют в Англии, парламентской реформы 1832 года Чарльз Грей. Мы знаем, опять-таки, чай, Эрл Грей знаменитый, да, это с его именем это связано. Он. Это он. Он был <свят> большим поклонником чая, и однажды вот ему доставили груз чая, где просто вот бергамот случайно вот во время плавания масло разлилось, смешалось с чаем, получился вот этот вот новый вкусный аромат, и вот отсюда пошло Эрл Грей, это как раз Чарльз Грей. Вот Чарльз Грей был тоже с ней связан, его называли платоническим ухажером Дарьи Христофоровны Ливин. А, кстати, она, это был единственный, наверное, случай в истории Англии, вместе с Грей редактировала речи, которые Георг IV произносил перед парламентом. То Кор есть тронная Король. речь. Да, тронная речь короля перед британским парламентом. Если бы сейчас русская подданная редактировала речи короля, то сейчас порвались бы на мелкие кусочки все средства массовой информации, не только Британии, но Америки, Европы. Это просто непостижимо. Как вообще это возможно, чтобы русская подданная женщина-красавица определяла? Вот расскажите, Даша да. Бенкендорф, Даша Ливин. Вот давайте да. я вот эту фразу, которую да, можно, да, 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 да. можно считать девизом всей ее жизни. И вот она писала Чарльзу Грею, не сердитесь на меня и на Россию, ибо я не могу не быть русской. То есть она, которая всю жизнь прожила за границей, которая не могла просто физически жить в России, она отвыкла и от этого климата, и от этой действительности, и от жесткой вот такой вот политической системы, от этикета сложнейшего придворного, но при этом вот так вот издалека, из Англии, из Франции, где она прожила живет по 22 года, она будет всегда служить интересам России, несмотря вот на все это непризнание, упреки, обвинения в шпионаже. В Англии тоже же как раз через 22 года они будут отозваны, потому что во многом именно вследствие того, что очень большим влиянием пользовались в Англии и очень большой авторитет имели в кругах политических и дипломатических, а тут еще можно вот просто... они это кто? Ливины. Ну, понятно, что прежде всего супруг Христофор Андреевич, он посол, но ведущую роль. Все прекрасно понимали, играла она, и я думаю, мы об этом поговорим. И тот же Карл Васильевич Насельроды, о котором тоже много сплетен, домыслов и такой неверной информации. Он, опять-таки, ему тоже не повезло, Карлу Васильевичу. В историографии он вошел в историю с легкой руки Лескова под таким прозвищем «Кисель вроде» роды, кисель в роде, то есть такой мягкий, неподатливый, всегда готовый стушеваться, как о нем говорили, то есть послушно выполнявший волю императора. Он был как раз ну, не совсем таким или даже совсем не таким человеком. И вот он как раз будет говорить, что в Лондоне у него было два министра, два посланника, два посла. Это Христофор Андреевич Ливин и его супруга Дарья Христофоровна. Ну и давайте тогда, да, вот вернемся наконец-таки к истокам, откуда она родом. Это, да, это древний прибалтийский род Бенкендорфов, причем своим возвышением обязан императрице Екатерине II, потому что именно Екатерина II сделает отца Дарьи Христофоровны генерал-губернатором Риги во многом из-за матери бабушки нашей героини, потому что бабушка Даши, она была фрейлиной, любимой фрейлиной императрицы Екатерины. И каким образом Даша окажется в Петербурге? Ее отец Бенкендорф, Христофор Иванович, он женится на фрейлине императора Павла I. Когда-то в свете императрица, которая в Россию войдет под именем Мария Федоровна, прибыла из немецких земель Анна Юлиана фон Канштадт. Карштадт – это мать нашей героини. И вот она будет любимой фрейлиной императрицы Марии Федоровны. Мария Федоровна – это, напомню, вторая супруга императора Павла I. Ну и, собственно, вот от этого брака Анны Юлианы и Бенкендорфа, и появится Дарья или Доротея, потому что на немецкий манер, конечно, Доротея, на русский манер Даша. Наталья Петровна, а правильно я понимаю, то есть мы сейчас говорим о ребенке, о девочке, которая буквально с младенчества находится не просто за кулисами, а просто в покоях императорской семьи. Она постоянно знает об императорской семье или о семье Романовых все. Ну, конечно, она родилась 17 декабря 1785 года. Доротея, имя не случайное, потому что Честь императрицы Марии Федоровны, ее немецкое имя Доротея, ага. а Мария Доротея Мария, Мария это вторая сестра, даже Мария это ее русское имя Мария Федоровна. То есть дочек называли так, как зовут императрицу, русское и немецкое имя. И у нее будет еще вот как раз два брата: Александр Бенкендорф, о котором мы уже упомянули, и Константин Бенкендорф. То есть четверо детей, два брата, две сестры. Александра сестри. Константину также называли сыновей Павла первого. Да, да. И потом Дарья назовет своих детей. Дарья Ливин уже, когда у нее появятся дети, а у нее будет много детей, одна дочка, которая умрет в младенчестве, и еще пять сыновей. Всех сыновей она будет называть именами императоров. Александр, понятно, в честь кого Павел, тоже в честь императора Павла, Константин, Константин Павлович, великий князь, с которым у нее тоже будет по юности роман. Ну, Ух ты! У, у нее и было много романов, больше романов ей, наверное, и приписывали. Потом у нее будет сын Артур или Артур. Почему Артур? Потому что железный герцог Веллингтон, Артур Веллингтон, победитель да, Наполеона, командующий войсками, он будет крестным. И еще один мальчик, которого назовут Георг, Георг. А Георг это как раз в честь английского короля Георга, который тоже будет крестным ее вот этого ребенка. То есть тут все было очень э... голова кругом, но ну, вот реально голова кругом. Голова это кругом, все да, много, все... э, много детей, имена все императорские, и вот она как раз, да, окажется при дворе, но ее мать рано уйдет из жизни от туберкулеза, от которого будет страдать и Дарья Христофоровна, вот наша героиня, и ее возьмет под свою протекцию императрица. Мария Федоровна, и она по сути будет попечительницей нашей героини. Жена Павла Первого. Да, она как раз будет же еще попечительницей Смольного института да. благородных девиц, и вот именно она пристроит Дашу и Машу в Смольный институт, хотя они уже в принципе вышли из того возраста, когда вот девочки там проходят свое обучение, и более того, она каждую неделю их будет в институте навещать. То есть это вот по сути такая семья. И более того, с императрицей Марией Федоровной, а потом и с императрицей Александрой Федоровной, это уже супругой Николая, Даша будет в постоянной переписке. Она будет переписываться с ними, вот с Марией Федоровной на протяжении всей жизни, и будет писать из Лондона, с Александрой Федоровной также. И вот, собственно, эта переписка, она является вот таким уникальным источником, по которому мы можем судить о вот этой всей сложнейшей дипломатической игре, которая тогда разворачивалась. Традиционно, когда мы говорим об вот этой эпохе Павла I, мы воспринимаем его по воспоминаниям современников. Естественно, крестьяне или там мастеровые воспоминания не оставили. Обычно писали дворяне, которые Павла I практически все не любили. К нему относились крайне негативно. И сложилась такая в общественной мифологии, в общественном сознании такой образ императора самодура, какого-то такого параноика, жесткого. Если эта девочка Даша Бенкендорф, она с детства фактически видела, она была в семье фактически угу. императора. А как она характеризует Павла I? Вот это как раз очень интересный момент, потому что вот у нее же очень рано сформировались такие типичные качества, свойственные вообще-то мужчинам. Вот ум, рассудительность, умеренность, способность как-то абстрагироваться от вот навязывания собственного мнения и способность понять другого человека. Вот она действительно оставит блестящий такой психолого-политический портрет императора Павла I. Она вообще была мастером, вот, наверное, такого портрета. Она ставит о нем об этом событии, и о Павле, и об убийстве Павла заметки, которые напишет в 1825 году, и которые будут опубликованы, ну, они хранятся и у нас, в нашем архиве. Это российский ГАРФ, Государственный архив Российской Федерации. Они тут хранятся на французском языке, она всегда писала по-французски. Она вот получит блестящее образование в Смольном, ну, блестящее образование для девочки. Она была превосходной музыканшей, она была превосходной танцовщицей, она знала четыре языка, и, собственно, она всегда предпочитала писать именно на французском языке, которым она превосходно владела, я имею в виду вот эпистолярным жанром. При этом она очень мало читала, и современники удивлялись, как это возможно, вот так красиво писать, и при этом так мало читать. Это, Но, это... надо много думать. Да, ну, она читала газеты, при этом они потом будут говорить, что новости она узнавала раньше, чем они появляются в газетах. Раньше газет. Да, то есть именно она была поставщиком информации для газет. Газетчики, журналисты, бывавшие ее в салоне, получали от нее, наверное, эту информацию, которую потом уже могли публиковать в газетах. То есть на самом деле вот быть в курсе событий это было ее кредо. Но ну, тут будет связано с тем, что она вот в детстве, действительно, как вы сказали, с детства при дворе, во дворце, она в гуще этих событий но ну, не просто какие-то мелкие интриги, а для нее это все было на уровне большой политики. Поэтому про нее говорили, что политику она любила больше, чем солнце. При этом с Павлом она же познакомилась еще будучи девочкой, еще играя вот в куклы. И она как раз в своих заметках писала о том, что вот Павел иногда приходил, и он любил с ней поиграть, ну, как и с другими девочками. Она пишет, что он был всегда мастер на всякие придумки, игры, большим затейником. Но ну, там у них компания собралась очень такая интересная. Это и французские эмигранты, и там принц кондея который в это время как раз из Франции эмигрировали. То есть она помнила Павла уже вот именно с раннего своего детства. Причем Павел тоже очень интересный, ведь он же от воспитания старших сыновей будет Екатерины отстранен, от Александра, Константина. А вот Николая и Михаила он будет трепетно любить и будет действительно таким нежным и заботливым отцом. И вот Дарья, тогда еще Бенкендорф, Даша, или маленькая Бенкендорф, как ее называла императрица Мария Федоровна, она все вот это видела. И, кстати, когда девочки закончили Смольный, императрица позаботилась о том, чтобы выдать их замуж, а Павел I занимался воспитанием сыновей, вот, братьев. И Даша как раз сначала ей планировалась кандидатура графа Аракчеева, человек тоже в очень... мужья. Да-да-да, очень такой противоречивый и сложный, угу. но на самом деле он был жесткий, и в Петербурге тогда о нем уже говорили как о очень жестком политике, поэтому Даша пришла в ужас от этой кандидатуры, но как-то не состоялась вот эта вот намерение. И ей в женихи подобрали статного 26-летнего красавца, любимца Павла I, который будет его военным министром, Христофора Андреевича Ливина, который тоже происходил из древнего прибалтийского рода и тоже своим возвышением был обязан своей матери, Шарлотте Карловне Ливин. Вот здесь может быть слишком много фамилий, но без них просто не понять. А Шарлотта Карловна Ливин, она была воспитательницей детей императора Павла. То есть она воспитывала, ну, особенно маленьких уже, не э, тех вот взрослых Александра и Константина, а вот особенно Михаила, Николая, девочек, вот она, ну, вместе с англичанкой, мисс Лайон, она именно являлась фрейлиной императорских детей. Она 45 лет была при дворе, и именно титул графский, а потом в 26-м году светлейшей княгини, вот со всем нисходящим потомством, получила именно Шарлотта Карловна Ливин. И в 28-м году, когда она умрет, при дворе будет объявлен трех дневный траур. И вот как раз во многом благодаря своей матери и Христофор Андреевич совершил такую быструю карьеру. Причем этот брак был по любви. Тут не нужно было даже форсировать эти события. И вот как раз Дарья Христофоровна тогда просто Даша, если она родилась в 1785 году, на момент убийства Павла ей еще и ей 15 лет было. Она в декабре, а это уже март. Ей было только 15 лет, но она оставила вот прекрасные воспоминания и о личности этого государя и собственно, о Каким он, Как она его видела? Вот у нее на самом деле блестящий политический и психологический портрет. Вот в духе, ну, в хорошем понимании такой Фрейдийский портрет. Ни о каком Фрейде, понятно, тогда никто и не Конечно. думал и не знал, но она, как очень тонкий человек, она прекрасно понимала, что все мы родом из детства, и что все комплексы и проблемы многие Павла, они как раз проистекали из его воспитания. Потому что ведь, как мы знаем, он был Елизаветой еще оторвана от матери, у них не сложились с Екатериной какие-то теплые, дружеские такие отношения, и более того, как мы знаем, там сложные были даже вопросы с престолом, наследием, помните, когда Екатерина даже хотела в пользу Александра завещание его третировали в детстве, по сути. Его дела. третировали, он вырос ребенком недолюбленным, окруженным как раз вот какими-то интриганами, шпионами. И это все формировало очень такой противоречивый его характер. С одной стороны великодушие, с одной стороны вот эти рыцарские качества, которые за ним были, хороший друг, а с другой стороны и всякие качества крайне такие негативные вот если позволите можно просто найти какие-то описания потому что она на самом деле очень много писала и вот Например, фраза, она писала, что в характере государя было странное сочетание благородных инстинктов и ужасных склонностей. И как раз вот именно мать, по ее мнению, Екатерина, во многом повлияла на то, что Павел вырос вот именно таким подозрительным, каким-то мнительным, может быть злобным. В общественной мифологии по тем литературным произведением, которое написано в том числе и о генералиссимусе Александре Суворове, Рымикском князе. Упоминание, что Павел, ну такой, самодур, в вашей книге о книге Неливине я увидел и в ваших статьях, я увидел вдруг упоминание о том, что Павел вместе с фельдмаршалом играет в прятки, вот. в жмурки с девочками да, Бенкендорф. Да. То есть отношения между Суворовым, Павлом не такие, как мы привыкли. Вот понимаете, вот, уважаемые радиослушатели, из мельчайших таких подробностей мы, оказывается, узнаем, что... И Павел был не такой, и Суворов был не в такой опале, и дворянство относилось к Павлу совсем по-другому. Почему, когда ликовал Петербург, когда убили Павла I, все говорят ликование, как на самом деле, что будущая княгиня Ливин говорила или оставила в записках своих а вот этом, как народ-то на самом деле Да-да-да, она как раз прекрасно все это описала, описала ситуацию накануне, вот этого события. Причем она пишет, что Павлу повсюду мерещились заговоры, то есть якобы какая-то паранойя. Но тут дело вовсе не в паранойи и не в каком-то таком маниакально-депрессивном психозе, который был у Павла, потому что ведь на самом деле уже с 1798 99 годов при дворе распространялись слухи о готовящемся заговоре и покушении. И вот в ближайшем окружении императора ведь это все происходило, Вокруг, прежде всего, Никиты Петровича Панина, который как раз будет отправлен в оппозицию. И тогда уже нити заговора перейдут в руки его дальнего родственника. Петра Алексеевича Палина, который будет губернатором, военным губернатором Петербурга. И, кстати, с его сыном мы еще тоже, Петра Алексеевича, столкнемся с графом Петром Петровичем Палином, который будет русским послом в Париже. Причем о Панине, о Никите Панине, Дарья Левин тоже оставит очень такую интересную заметку. Она будет писать, что вот как рассказывал мне мой отец, который был хорошо знаком с Никитой Панином, вот того настолько это событие потрясло, что каждый год вот после этого события ну, это убийство да, убийства па да, павла да, Первого. он запирался в своей комнате напивался до беспамятства и в этом состоянии оставался вот вплоть до следующего дня то есть он просто пытался вот забыться на время М муки вот этого события такие, да. да при том что ведь убийство это же тема это в россии была табуированная вообще-то до 1905 года было запрещено говорить о том что император павел был убит потому что в соответствии с манифестом который огласил уже император Александр, там было заявлено, что Павел скончался от апоплексического удара, ну то есть инсульта, да, как тогда это называли, и она вот в своих этих дневниковых записях, ну которые тогда не были еще понятно опубликованы, она это только написала Даша в Лондоне, Даша, Даша Ливин, она вот эту табуированную тему поднимает, и она действительно говорит о том, что вот в последний год правления Павла I он был очень сложным, и она пишет вот, что суровые мрачность императора приняла в последний год ужасающие размеры. Самые незначительные поводы заставляли его видеть всюду заговор. Допустим, она пишет, что это тоже такое общее мнение, что Павел особенно ненавидел жилеты и людей, которые носили жилеты. Почему? Потому что, по его мнению, люди в жилетах совершили французскую революцию. И именно из опасений, да, вот этого, жилеты преследовались, какая-то там одежда преследовалась, слишком короткие волосы, слишком короткая одежда. В заключение могли попасть дамы, если недостаточно быстро выходили из экипажа или делали недостаточно глубокий реверанс. И что интересно, она пишет, часы, когда император прогуливался по улицам Петербурга, а это вот между полуднем и часом дня, были пустынны. Никто не хотел попадаться на глаза императору. И это такой резкий контраст, между прочим, с императором Николаем Павловичем, с его сыном, который, как мы знаем, когда гулял по Петербургу, его всегда окружали толпы, понятно, к нему нельзя было обратно обращаться с прошением, за это можно было тоже в тюрьму угодить, и такие случаи были, может быть, мы об этом еще поговорим, порой анекдотичные, когда он сам подошел, ну или сейчас расскажу, к э, любимому своему французскому актеру по фамилии Верне и обратился к ним с какими-то приветственными словами и с тем, что он сегодня его увидит на премьере вечером в театре, и он его вечером не увидел и спектакль заменили, и там его не было. И он сообразил, что он натворил. Он обратился к нему вот с этими словами, а полицейский забрал его в участок. И Николай срочно отправил в полицию, ему в ложу доставили этого актера Верне, и когда государь сказал, что это я виноват, и просите все, что хотите, Верне сказал, что государь, в следующий раз, когда вы будете гулять по Невскому, просто не подходите ко мне и не обращайтесь ко мне с вопросами. Наталья Петровна, Павел Первый убит воцаряется Александр Первый. Как меняется политика, как меняется обстоятельства жизни нашей героини и что происходит? Ведь дальше, по сути дела, Европа стремительно влетает в эпоху войн. У нас вообще-то да, уже идут да. наполеоновские войны. Наполеон на подъеме. Там Суворов говорит: быстро вырос наш мальчик. Мир стоит накануне фактически мировой войны. Буквально вот характеристика. А наша героиня, она где в этот момент? Как uh -huh. она себя чувствует? Ну, вот как раз убийство, да, вы сказали да. Павла Первого и реакции на него. Дарья Левин писала, что проснулись рабами, вернее, да, заснули рабами, проснулись свободными. Вот так она характеризовала вот смерть Павла и действительно писала, что радость была всеобщей, но это, конечно, среди дворянства, потому что дворянство во многом Павла ненавидела. А как вы верно отметили, среди простого народа были совсем другие чувства, потому что прост люди павла любили особенно армии солдаты к которым и павел относился тоже соответственным образом и кстати именно убийство произошло на глазах практически у Дарьи Ливин она же вместе с павлом была в михайловском замке куда он переехал, который он любил, и где, как мы знаем, он прожил всего 40 дней. И потом именно Христофор Андреевич, ее супруг, отвез императрицу Марию Федоровну и детей в Зимний, и там как раз сообщила императрица Мария Федоровна Александру о смерти его отца. И э, на самом деле Александр, как в свое время и Павел, Павел хотел отказаться от всего, что связано с Екатериной, и Александр хотел отказаться от всего, что было связано с Павлом, и вот э, как сказал один из современников вот политика э, Александра заключалась в трех таких незабвенных словах: отменить, простить, возвратить. Э, и кстати, э, жалобная грамота дворянству была э, возвращена, которую отменил э, Павел. В положении нашей героини особо ничего не изменилось. Муж ее продолжил. Карьеру э, он стал начальником генеральной канцелярии. Это Российский радиоуниверситет университет студии Дмитрий Кананыхин, наш гость, доктор исторических наук Наталья Петровна Таньшина. Мы говорим о неизвестных обстоятельствах судеб и жизни Российской империи, будущих событиях, которые потрясли всю Европу. И дальше будет только интереснее. Мы вернемся через несколько секунд

это Российский радиоуниверситет в студии Дмитрий Кананыхин. Наш гость, доктор исторических наук Наталья Петровна Таншина. Мы говорим о неизвестных обстоятельствах, о закулисе европейской политики начала и середины XIX века. Зеркало тех событий мы видим сейчас, когда наших соотечественников в Лондоне и Париже обвиняют на фоне шпиономании, на фоне санкций в отношении России в каком-то вот таком действии против Англии, против Франции. Мы видим видим, по сути дела, страх современных европейских политиков перед возрождающейся Россией, но те же самые события, те же самые обстоятельства происходили и в Европе по окончании наполеоновских войн, когда Россия вершила судьбы европейских держав. Мы говорим о Великой Княгине, великой женщине, Дарье Христофоровне Ливин, которая, по сути дела, полвека была в самой в сердцевине самых тайных закулисных переговоров, контактов, интриг европейской дипломатии и сыграла практически на всех струнах великого концерта великих держав. Наталья Петровна. Что происходило с Дарьей Христофоровной Ливин, которая вышла замуж за блестящего любимца Павла Первого накануне войны 12 -го года? как происходило ее становление? Ну, вот как мы уже с вами сказали, после убийства Павла I в ее карьере ничего не изменилось. Да. Она остается при дворе, она ведет блестящую светскую жизнь, крутит романы, в том числе с великим князем Константином Павловичем. Она, кстати, о нем тоже оставила воспоминания. И, может быть, мы потом об этом поговорим. Хотя это вообще странно, вот чем ее мог привлекать такой вот брутальный, на самом деле жесткий человек. Муж ее стал начальником военно-походной канцелярии при Александре. Он сопровождал его во время военных походов. Он принимал участие в битве при Аустерлице он являлся восторженным поклонником подписания России Тильзитского мира, который, кстати, Даша тогда уже не боялась критиковать. Ну, потому что мы знаем, что весьма неоднозначно этот мир был встречен, но вот сановник, ее муж, он был обязан его поддерживать, а Даша уже тогда позволяла себе вот такую известную э, самостоятельность. Ну, и потом ее муж будет отправлен в отставку по состоянию здоровья и произведен в генерал-лейтенанты.

он будет назначен на важный дипломатический пост, а именно посланника России в Пруссии, в Берлине. И вот с этого времени, с 1809 года, начнется и его дипломатическая карьера, и дипломатическая карьера нашей героини, потому что тогда уже в Пруссии начали проявляться ее дипломатические таланты и способности, хотя, конечно, в Берлине она не могла вот так вот развернуться, как это произойдет в дальнейшем. И пребывание в Берлине ей вроде бы нравилось, но в то же время она писала своему брату Александру Христофоровичу, что мое пребывание здесь блестящее, но быть дурой в течение последующих лет это невозможно. Ну как болото, ей необходимо было действие, масштаб, а такого в Берлине она не получала. Он, тем более, что миссии не удалась Христофор Андреевичу, ему было важно как-то так перетянуть Пруссию от союза с Австрией, но вот этого как раз не получилось. Прус... Ой, с Австрией, с Францией. Пруссия заключит союз с Францией, и как раз Ливины вернутся в Петербург летом 2012 года, пробудут там совсем недолго, и уже через несколько месяцев Христофор Андреевич, после того, как были восстановлены связи дипломатические между России и Великобритании он будет назначен вот на этот важнейший тогда пост посла России и Великобританию, и они как раз до вступления Великой армии, я имею в виду армии Наполеона, уедут из России и к зиме 12 -го года они уже окажутся в Лондоне. И вот здесь как раз начнется 22-летнее пребывание этой четы, и прежде всего вот нашей героини, потому что, несмотря на то, что она вроде бы как была женой посла, но на самом деле именно она в скором времени затмит по своим способностям дипломатическим своего мужа, посла, который войдет в историю под прозвищем в самом деле, вот так его именовали в британской столице. Really? Да, потому потому что именно это слово он всегда, ну или чаще всего произносил. Вот так вот его и называли. При этом она же не была, вот если внешность, внешность же очень важна да, для женщины, для светской львицы. Она не была, наверное, общепризнанной такой красавицей в современном смысле этого слова, да и тогда. Она была достаточно высока, она была очень стройна. Ну, по современным меркам мы бы сказали, что она обладала модельной внешностью. А тогда современники говорили о том, что она была ужасно худа, да, вот ужасно костлява. Красивые платья позволяли как-то скрашивать ее худобу. Ну, хотя, если мы посмотрим, опять-таки, на портрет Томаса Лоуренса Дарьи Христофоровны, который был очень написан в 2013 году, да, очень красивая женщина с длинной тонкой шеей, красивыми глазами, волосы, темные локоны, обрамляющие лицо. Ну, может быть, чуть-чуть красноватый нос это как раз мы видим на портретах Лоуренса. Ну, не знаю, с чем это связано. Но, в частности, считается, допустим, что у Нуре де Бальзак и именно ее личность, ее типаж использовал в качестве прототипа вот своих героинь эпохи реставрации. Но, знаете, для хозяйки салона не надо было обладать вот безупречной такой модельной внешностью. Наталья Петровна, один момент, вот ключевой момент для хозяйки салона. Как может женщина в начале 19 века вдруг превзойти официально своего мужа-посланника. Салон это что? Заявление в той культуре. Uh -huh. ну, вот как раз Дарью Христофоровна будут называть вот, наверное, такой последней звездой хозяйкой влиятельных э, салонов. Вообще расцвет салонной культуры в Европе это еще 16-17-18 века, когда женщина хозяйка салона могла вот формировать вокруг себя вот круг приближенных людей, причем как правило это влиятельные политики, литераторы, музыканты, то есть это вообще такая контркультура, если говорить вот современным языком. Есть свет, то есть двор, а да. есть салон как такое проявление контркультуры в какой-то степени оппозиции. Почему хозяек салона боялись? Потому что это очень умные, такие властные, влиятельные женщины, к мнению которых прислушались и злых язычков боялись. А кто, почему не Кто должны... посещал салон и почему она это стала делать в Лондоне? Ну вообще это это как бы норма, когда э, светские Дамы, они содержат салон, ну или открытый дом. Посол, он выполняет свои официальные функции, а вот хозяйка, его супруга, она держит салон. Причем в Лондоне тогда, кстати говоря, наша страна выделяла послу содержание очень приличное, которое вдвое превышало вот тот уровень, который позволял вести достойную жизнь, то есть очень хорошо оплачивалось пребывание посла? Ну, потому что это очень важный пост, и нужно было, чтобы Россия именно имела вот такое достойное лицо. В Лондоне тогда уже были несколько салонов, там, допустим, Леди Джерси, это бывшие возлюбленные принца-регента Георга, будущего Георга IV, некоторые другие салоны, но они имели такую партийную жесткую принадлежность. То есть этот салон посещали Виги, этот был сторонником группировки Тори, а Кон вот она... Консерваторы да, и либералы, да, либералы. традиционно. Она, да, смогла создать салон вот в в рамках которого, как на нейтральной почве, собирались представители самых разных групп, парламентских течений, и поэтому к ней стремились попасть все. И она, как именно женщина, не обладающая, может быть, какой-то безупречной красотой, а, как я уже хотела сказать, для хозяйки салона это было не важно. Потому что важно было, чтобы не смотрели все на нее просто во все глаза, а чтобы ее слушали, чтобы она умела налаживать диалог, чтобы она умела слушать. А она, как раз, все это очень умела делать. И поэтому ее Салон. И, кстати, Ливин постоянно менял посольскую резиденцию, потому что места было нам мало всегда, потому что салон расширялся, круг посетителей расширялся. И поэтому у нее очень быстро завязываются знакомства. Кроме того, уже в самом начале Христофор Андреевич просит ее помогать ему в составлении донесений, а кроме того, салон, свет, это же общение с ведущими политиками, Дарья Христофоровна это ему сообщает да, информацию, да? Вот которую он и начинается. да, а потом он ее попросил однажды подкорректировать его да. текст, его донесение, и это вошло в привычку, и это вскоре заметил канцлер, вице-канцлер Насельроды Карл Васильевич Насельроды, глава министерства иностранных дел, официально с 1816 года, и он, заметив разницу большую между сухими реляциями Ливина графа и вот тем что он стал получать в какое-то время он очень быстро выяснил кто автор этих донесений и вот с тех пор такая традиция и сложилась что писал населероды и Посол и его супруга, и сам Насель роды, как я уже говорила, шутя даже говорил, что в Лондоне у него было два посла. Наталья Петровна, получается, что мало того, что будущая княгиня Да, Ливин, она в 26-м году а, станет книги. А графиня Ливин на тот момент, она фактически развивала вот такой культурный центр представительства России в Лондоне. И не только в Лондоне, по всей Англии, потому что супруг был привязан к Лондону, да. а она имела возможность посещать графство. И, да, и более тоже... того, она была необходима королю Георгу. Георг IV, он стал с 1820 года официально королем. До этого он был принцем-регентом, потому что отец его давно уже впал в состояние такого не совсем адекватное. Ну, в общем, у да. него была психическая болезнь. А этот принц Георг и потом король Георг, он отличался таким весьма рассеянным фривольным поведением. И вот присутствие при его дворе графини Ливин ему было необходимо, в том числе и с точки зрения вот какой-то морально-этической, для того, чтобы оправдать вот наличие своей фаворитки, которую в Англии особо не любили, его фаворитки, вот этой толстой Маркизе, ну, я думаю, что об этом мы еще поговорим в следующий раз. Фактически, Чита Ливин, ну, официальный муж, и жена, которая, по сути дела, прекрасно танцевала, прекрасно музицировала. Она, кстати, в Англии вела в моду на вальс. Она и Джон Пальмерстон, политик известнейший, который крайне негативно к нашей стране относился и который потом выдворит Ливин из Англии. Великий ненавистник России. Да, он был ее первым партнером по вальсу. Наверное, наступил на ногу. Все-таки надо понять. Вот блестящий Лондон. В это время заканчивается война на континенте. Блестящая русская армия входит в Париж. В да. Париж ожидает увидеть орды насильников, входят блестящая армия. А Англия, как она это все видит? А как они вообще вот, видели Александра, русские войска? Они вообще готовились к визиту Александра Первого. Что будет вот в эти месяцы? Как да, это? это как раз очень интересное время, потому что Александр Первый 31 марта победоносно вступит в Париж. Ну, это целая отдельная тема для разговора, а потом летом 2014 -го года сразу из Парижа он отправится как раз с визитом в Англию, куда его пригласит принц-регент Георг. Как Англия гости. относилась к России в эти годы и месяцы? Ну, в эти месяцы и годы мы еще союзники, поэтому пока что у нас отношения внешние партнерские, вот как сейчас бы сказали. Хотя, если мы посмотрим на отношения между Александром и принцем Георгом, они такие конкурентно-сопернические. Это Российский радиоуниверситет. Наш гость и историк, доктор исторических наук Наталья Петровна Танчина. Мы говорим о том, что русофобия политиков в Британии была и 200 лет назад... И говорим о том, что русские могли зажигать в Лондоне так, что к ним собирались все сливки общества. И в центре этого всего стояла супердипломат, супер шпионка Доротея Ливин, наша русская, которая гордилась тем, что она русская. Будьте счастливы! Это Российский радиоуниверситет. Всего самого наилучшего.